Эти обезумевшие, они даже не думают, делают какой-то шаг. Ну, хотите вы навредить России? Попробуйте. Беларуси хотите навредить? Ну, навредите здесь. У нас же огромная 1000 километров граница. Здравствуйте. В последнее время заметно значительное обострение белорусско-польских отношений. Закрывается граница, высылаются дипломатические сотрудники обеих стран. Кто больше страдает от этого? Что нас ждет впереди? С вами программа «Просто о сложном» и я, ее ведущий Лев Марголин. Как всегда, мы просим подписываться на наш канал, ставить лайки и будем разбираться. Что такое пограничный переход? Пограничный переход, или точнее международный межгосударственный пункт пропуска – это место, где официально разрешено пересечение границы. Само собой, для этого нужна как минимум охраняемая граница. В настоящее время такие границы у нас с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. У переходов разный статус. Они могут быть международными для граждан любых стран и межгосударственными только для граждан Беларуси и сопредельных государств. Могут быть универсальными и специализированными только для грузового или только для пассажирского транспорта. Официально у нас существует 26 пограничных переходов, в том числе 2 на границе с Латвией, 8 с Литвой, 6 с Польшей и 10 с Украиной. Количество переходов примерно соответствует протяженности границы. На белорусско-украинском участке границы до известных событий был упрощенный режим. Жители приграничных районов Украины могли посещать нашу страну по внутренним паспортам или свидетельству о рождении для несовершеннолетних. С февраля 2022 года граница Украины с Россией и Беларусью практически полностью закрыта. Что происходит на границах? Проблемы с Польшей начались еще в 2021 году, когда польские власти закрыли пункты пропуска Половцы, Пещатка, Словатыча, Домачево, Кузница, Белостоцкая, Брузги. Это было ответом на кризис с нелегальными мигрантами. Польские власти обвинили тогда белорусскую сторону в вымышленном нагнетании обстановки. Для грузового транспорта остались 2 перехода. В начале февраля нынешнего года власти Польши в интересах государственной безопасности закрыли КПП «Бобровники», который считался одним из крупнейших пропускных пунктов на границе с Беларусью. В ответ Беларусь ограничила проезд польских грузовиков через пункты пропуска на границе с Латвией и Литвой, решив пропускать их только через белорусско-польскую границу. Дескать, решили создать очереди, стойте теперь сами. Польша пустила в ход тяжелую артиллерию и закрыла последний грузовой пункт пропуска. Движение белорусского грузового транспорта через КПП Кукурыки-Козловичи ограничено с 21 февраля и до тех пор, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков. Напомню, кстати, что один из 2 железнодорожных пунктов пропуска на границе Беларуси с Литвой закрыт с 16 февраля и до конца 2024 года по решению литовской стороны. Причина – отсутствие стационарной рентгеновской системы, что не позволяло активно противодействовать контрабанде с территории Беларуси. Грозит ли Беларуси полная изоляция? Пожалуй, в ближайшее время не грозит, по крайней мере, что касается пассажирского сообщения. Однако ситуация сложная. Поезда, кроме России, никуда не ходят. Граница с Украиной закрыта. С Польшей остался один пассажирский переход в Бресте, и тот в любое время может быть перекрыт. Пока открыты Литва и Латвия, там есть даже автобусное сообщение. Прямое авиационное сообщение есть с городами Российской Федерации, а также с Турцией, Эмиратами, Грузией, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией, Азербайджаном и Туркменистаном. Дальше с пересадками. Так что выбор достаточно большой, хотя дорогой и долгий. Что же касается грузоперевозок, то это достаточно больно ударит по белорусским дальнобойщикам.
Польские водители ощутят проблемы не так остро, у них остается в распоряжении вся Европа. Вообще, в 2022 году спрос на перевозки с Востока сократился практически во все страны ЕС, за исключением Литвы, Италии и Венгрии. Рост показало сербское направление. Эта страна не является членом Евросоюза. Работать со странами ЕС теперь можно практически только по схемам перегруза и перецепа. Отсюда вывод: если бы товарооборот рос, то и с границей обходились бы, наверное, бережнее. Что будет с импортными товарами и ценами на них? Вот здесь стоит ожидать неприятных сюрпризов. Не секрет, что большая часть импортных потребительских товаров шла к нам через Польшу и Литву. Это относится и к так называемому параллельному импорту – челнокам по-старому. Если ситуация не изменится, произойдет перераспределение грузопотоков. Больше товаров пройдет через Литву. А это вызовет очередное повышение цен и, скорее всего, дальнейшее снижение курса рубля. Одновременно с падением объемов прямых поставок в Россию и Беларусь, западный экспорт резко увеличился в Турцию, Армению, Кыргызстан, Казахстан и страны Центральной Азии, сообщает Европейский банк реконструкции и развития. Это тоже не будет способствовать снижению цен. Как реагируют на происходящее Россия и Китай? Для грузового сообщения Китая с Европой используется в основном железнодорожный и морской транспорт. До начала военных действий в Украине Беларусь неуклонно наращивала объемы транзита товаров из Китая в Европу и наоборот. Это был самый дешевый и быстрый маршрут. Положение изменилось в 2022 году. Транзит китайских грузов в Европу по железной дороге через Беларусь сократился в первом полугодии 2022 года на 25,7%. В обратном направлении – из Европы на 35%. Теперь для транзита китайских товаров все чаще используется южный маршрут. Это вызвано в первую очередь морально-этическими соображениями европейских компаний. Что касается России, то официальных заявлений пока не слышно, хотя, безусловно, пограничная война между Белоруссией и Польшей, которая вроде бы не касается Российской Федерации, значительно удлиняет время в пути. Появились сообщения, что белорусский транспорт начал задерживаться на российско-белорусской границе. Официально пограничного контроля вроде бы нет, но с российской стороны существуют и страховщики, и таможенники, и санитарный контроль. А роль пограничников может с успехом выполнять полиция. Так что вполне возможно, проблемы белорусского транспорта, если факт подтвердится, будут асимметричным ответом россиян на своеволие белорусских партнеров. В общем, все по закону детективного жанра. А что вы думаете о ситуации? Как долго это может продолжаться? И к чему это приведет? Пишите свои комментарии, делитесь материалом в своих соцсетях. До новых встреч!